сучасний та безпечний старий центр міста. Які роботи з озеленення та облагородження території проводились у цьому році в Олександрівському районі, дізнавались журналісти «Акцентів». Новий сквер та дороги до нього, що було відремонтовано та створено у 2018 році в старому центрі Запоріжжя. І підбивати підсумки року та планувати майбутнє для Олександрівського району будемо у студії з його головою Валерієм Мостовим. Вітаю глядачів, які приєднались до нашої компанії. Я одразу рада представити мого сьогоднішнього гостя. Це голова Олександрівської райадміністрації Валерій Мостовий. Вітаю вас, пане Валерію. Добрий вечір всім. Нагадаю глядачам, що поставити запитання нашому гостеві можна у прямому ефірі. Для цього телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть нам у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу «Z». Отже, давайте в цілому оцінимо цей рік для Олександрівського району. Що було зроблено, над чим ще слід працювати, як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що це дуже конструктивний год. Все-таки в городе работает команда. На третий год уже мы увидели эту команду, увидели результаты, то есть, которые узнает мэр Владимир. На третий рік мы це побачили. Ну, слушайте. Не все одразу, так? Да, не все сразу, да. То есть мы шли планомерно. Каждый год выполнялись работы и выполнялись по нарастающей. То есть каждый год работа состоялась больше и больше. Мы ремонтировали больше дорог, больше внутриквартальных дорог. В этом году закончили масштабные работы по нескольким крупным объектам и в Александровском районе, и в других районах города. И все-таки это благодаря команде, которую возглавляет мэр Владимир Викторович Буряк, который сплотил вокруг себя этот коллектив. Да, не все может быть так, как хотелось, не все получается, не все вовремя. Но главное желание, главное, что мы идем в правильном направлении. То есть я могу привести примеры по все-таки сдан в эксплуатацию сквер Александровский, то есть масштабный проект, памятник чернобыльцам с прилегающей территории. Это площадь, улица врача Лукашевича, закончена и сдана уже в эксплуатацию в этом году. Начаты работы по улице Школьной, продолжаем тротуары, внутриквартальные дороги. То есть работы ведутся планомерно, есть планы на следующий год. Ну, если будем говорить, потом чуть позже про об этом скажу. Так, да. Пізніше. Що не вдалося втілити в життя, що, можливо, перенесено строки виконання на наступний рік? Ну, может быть, не... Можливо, не вистачило фінансування ще? Нет, все запланированные работы в этом году будут закончены. То есть никаких сбоев или срывов по финансированию и по выполнению поставленных задач не было. Ну, я же говорю, не все так, как хотелось. Не в полном объеме, может, происходит финансирование, как хотелось, с учетом состояния дорог, состояния скверов, парка, вообще состояния района. Но все, что запланировали, мы выполнили. И в конец года мы уйдем все-таки, наверное, с поднятой головой. 63 вулиці, 13 скверів, 3 університети та 2 театри. Цим славиться Олександрівський район. Він і зараз продовжує розвиватися. Цього року акцент зробили на ремонті доріг та тротуарів. Також приділяли увагу благоустрою. Розбивали нові клумби, встановлювали лавки, прибирали аварійні дерева та облаштовували нові місця відпочинку. Одна із найважливіших подій – відкриття скверу Театрального. Його реконструкція тривала рік. На оновлення скверу з бюджету спрямували майже 14 мільйонів гривень. Замість асфальту та старих плит тут тепер бруківка, облаштовані клумби та висаджені дерева. З'явилися нові лавки і стилізовані ліхтарі. У сквері зможуть з комфортом відпочивати і люди з інвалідністю. Тут облаштовані пандуси зі спеціальними поручнями. До новорічних свят у сквері вже прикрасили ялинку. Запоріжці кажуть, що їм тут подобається. Мне очень нравится этот сквер, потому что я здесь живу, вот, и я здесь прихожу сюда, отдыхаю, вот, и если даже мне не по дороге, я обязательно постараюсь обойти и пройтись по этому скверу, я любуюсь театром. Мне очень нравится то, что здесь сделали ремонт, здесь стало все гораздо красивее, чем было до этого, поставили новые лавочки, сделали новую дорогу, отремонтировали ступеньки, это все очень... красиво. Отже, повертаємось в студію «Акцентів». Ви задоволені тим, який вигляд зараз має сквер? Чи, можливо, ще щось планується, якісь роботи у цьому місці? Я такой, що завжди чим-то недоволен. Но то, що ми зробили і закінчили цей сквер,
Ну, это очень хорошо. Мне нравится, как он выглядит. То есть было много претензий, вопросов о том, что то не так, то не так. Ну, я считаю, что работа выполнена очень большая, и сквер прекрасный для всех горожан. То есть очень много людей отдыхает, приезжают свадьбы, отдыхают пенсионеры, дети катаются на роликах. То есть этот сквер наполнится. Поверьте мне, мы его наполним еще дополнительно. Вот первую уже композицию скульптурную мы разместили в нем, и со временем сквер наполнится и будет местом притяжения не только Александровского района, но и всего города. Якісь роботи з озеленення цього скверу, власне, будуть вестись? Ну, обязательно Зеленстрой будет высаживать цветочные композиции в следующем году. Это все запланировано. Пока деревья высажены на территории сквера достаточно. Ну да, они не такие большие, но 3-5 лет, я думаю, и появятся крони, появятся. Просто, зокрема, от ви казали, що незадоволені. Незадоволені були, власне, тим, що замало зелених насаджень, тобто тіні немає в літній період. Ну, вы же понимаете, что невозможно высадить 20-летнее дерево, да, с кроной, которая там 20 метров в диаметре. Ну, когда-то и на проспекте были маленькие липы или каштаны. Да. Поэтому придет время, и сквер будет очень тенистый, прекрасный сквер. Дополнительно посмотрим, в ходе Зеленстрой в своих планах тоже предусмотрелось, и где-то будет надо что-то досадить. Если какие-то деревья не приживутся, то подрядчик есть гарантия, он их заменит на следующий год. Поэтому я думаю, что все нормально. Які роботи зараз завершуються в Олександрівському районі? Ви казали, що зараз вже завершуються якісь основні роботи заплановані? Ну, то, що осталось нам закінчити в цьому году, то есть, вернее, ми продовжуємо вулицю Школьну, вона переходящий об'єкт на 2019 год. Вот на сьогодні закінчили роботи по тротуару по вулиці Олександрівській, там порядка 750 квадратних метрів. Ми вже підійшли к этому комплексно, ми вже мало того, що ми замінили тротуарне покриття, ми там установили в рамках проекта новые лавки, урны, то есть уже будет выглядеть совсем по-другому, не просто заменой плитки. Также заканчиваются работы по реконструкции освещения проспекта Соборного. У нас проект выполнен два в этом году. Это от улицы проспекта, вернее, от транспортной площади до улицы Фортечной и от улицы Фортечной до площади Пушкина. То есть есть частичное финансирование этого года, это 1 440 000, это деньги субвенции народного депутата Сабашука Петра Павловича, спасибо ему. И работы мы на днях заканчиваем, и уже на проспекте появится новое освещение, экономное, то есть совсем по-другому уже освещен проспект. Затем мы заканчиваем работы с удалением обрезку, корчевание пней мы закончили в рамках финансирования. Планируем закончить удаление аварийных деревьев, порядка 50, тоже ближайшие там 2-3 дня. Ну, в основном все работы, которые запланированы, подошли к концу. Да? Все, в принципе, в этом году работы мы выполнили все, что планировали. Олександрівському району Запоріжжя вже 83. Місцеві жителі впевнені, ця найстаріша частина міста повинна бути сучасною та безпечною. Тому люди не раз зверталися до райадміністрації з проханням прибрати аварійні дерева у дворах житлових будинків та обабіч доріг. Адже вони можуть становити загрозу. Зараз прибирають аварійні дерева, працюють і по вулиці Олександрівській. Як просуваються роботи, бачила Наталія Гордебакіна. Зранку в Олександрівському районі гудять бензопили, тут прибирають аварійні дерева. Частину старих тополів вже спиляли. Спочатку працівники видалили гілки крони, для цього задіяли вишку, бо висота деяких дерев понад 30 метрів. Вчора ліквідували цей тополь, сьогодні вишка в путі, приїде, закінчимо з цим деревом. Далі будуть поставлені задачі, будемо їх виконувати швидко, коротко. Еще очень много влияет погода. Когда сильный ветер, на вышке тяжело работать. В этом беда состоит. То есть не так быстро продвигается работа на таких деревьях высоких. Цим тополям за півсотні років. Деякі з них хворіють. Через це і нові насадження тут не приживаються. До того ж, старі дерева становлять небезпеку для перехожих, особливо під час сильного вітру. Люди намагалися самостійно обрізати гілки, але зробити це вкрай важко.
И вот это дерево тоже. Мы его кронировали, насколько было это возможно, когда там убирали эти деревья. Но оно дальше начало разрастаться, и опять ветки вот эти вот, они все сохнут и сохнут, и тоже падают все вот от ветра буквально моментально. С этого дерева очень такая большая ветка упала в прошлом году, когда был сильный такой шторм. Найближчим часом запланували ліквідувати в Олександрівському районі півсотні аварійних дерев. Це території біля проспекту Соборного та по вулиці Фортечній. В пориві великого урагану воно може упасть, не дай Бог, на здання, на голову. Це штопать, смотрите, і коли його шатає, корневая система внизу не така крепка вже в некоторых деревьях. Воно може просто травмувати насмерть кого-то. Это одно. А второе, сколько людей страдают аллергией на тополиный пух. Після видалення коріння на очищеній території висадять нові дерева. Це липи та клени. Наталія Гордебакіна, Владислав Овчаренко, телеканал ЗЕТ. Повертаємось в студію акцентів. Отже, зараз ведеться видалення старих дерев. Чи планується висадка нових, власне, замість тих, які будуть видалені? В планах нашого комунального підприємства «Зеленстрой» кожен рік є висадка деревьев. В этом году было высажено немало деревьев, в том числе и по проспекту Соборному. Вот сейчас в Вознесеновском районе, мы знаем, елки высадили по набережной. То есть планы есть. Значит, но я могу сказать, что какие работы были сделаны по озеленению в районе. Это было посажено почти 350 тысяч однолетних цветов из горшков. То есть, ну, я не буду перечислять, какие именно. То есть было высажено 100 кустов спиреи во время субботников, это уже были куплены, и депутатами областного совета были высажены у нас в районе. Осенью в парке студенческом проведена посадка 15 елок, 10 кленов, 20 дубов. Ну и по своей программе «Зеленстрой» продолжает постоянно высаживать деревья, кусты, зеленое насаждение. Вот если вы были на улице Запорожской, увидели, что восстановлена полностью зеленая зона почти от Ашана до улицы Школьной. То есть фенотипичным методом, то есть были высажены, обновлен газон, и сейчас прекрасный газон, ровный, трава. То есть будем продолжать в этом же направлении. Следующий год мы будем продолжать удаление аварийных деревьев. Больше 300 деревьев еще требуют удаления, на которые есть акты, которые есть аварийные. То есть постоянно проводится инвентаризация этих дерев? Чи могут звертатись, до речи, мешканці зі скаргами на аварийные дерева, если они загрожают? Конечно, конечно, могут. Единственный тут недостаток, что в полном объеме каждый год мы не финансируемся. Поэтому мы это делаем поэтапно, ну, движемся в этом направлении. То есть это делает и «Зеленстрой», это делают и управляющие компании, и районная администрация. То есть на следующий год за нами уже будут закреплены удаление деревьев и на внутриквартальных территориях. То есть мы планируем около 100 деревьев начать удалять с самого начала года. Плюс около 300 деревьев будем кронировать. Поэтому даже если вот такие тополя, чтобы уйти от аварийности, можно кронировать, убрать сухостой, еще какое-то время они будут продолжать расти и там радовать зеленью горожан. Также запланировано удаление корневых систем, то есть удаление пней. В этом году мы порядка 40 пней удалили, где уже на следующий год можно завозить новую землю, и «Зеленстрой» будет высаживать новые деревья. То есть планомерно мы работаем в этом направлении. Угу. Есть телефонный звонок у нас в студию. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Доброго вечера. Скажите, пожалуйста, везде деревья убирают. И по нашему Глисерной улице там несколько поубирали везде, а нам мы просили, чтобы убрать эти дерева, три тополя, они шатаются, и все на свете, а они никто не срезает. И какая у вас адреса? Нагадайте вашу адресу. Глисерна, 28. Ага. Тобто там аварійні дерева. Ну, дякую. Да, хорошо, ми обов'язково відправлю комунальне діло районної адміністрації, ми обслідуємо їх. Це не так просто, щоб ви поняли. Не просто, ми вже скільки просили, ніхто не безпокоїться за нас. Хорошо, ми побезпокоїмося обов'язково. Дякую вам за коментар. От, до речі, багато людей скажеться, власне, на тополі. Да, от ви кажете, що це аварійні дерева. Дуже багато приходять, удаліть дерево. Ну, не так-то
просто взять, и не то, что просто, но и незачем удалять. Если дерево здоровое и нормальное, оно требует коронации и обновления. То есть, ну, не нужно же поголовно удалять все деревья. Даже если нравится, шатается, не шатается. Ну, все деревья во время ветра шатаются. Mm-hmm. Но это не значит, что надо их срезать. Поэтому, ну, по Глисерна 28 обследуем, посмотрим, если там, может быть, они уже стоят в списке аварийных, на них есть акты. Если нет, это обследуют. Если они аварийные, тогда они будут стоять в очереди на удаление. Если они требуют коронации, значит, тогда постараемся и сделаем все, чтобы в следующем году они попали, раз уже человек обратился, попали в план коронации на 2019 год. А, до речі, чи висаджують зараз тополі, якщо вони такі от потенційно небезпечні? Ну, я этого не видел. Поэтому, может, кто-то их и висаджує в частном порядке, но, то есть, планомерно коммунальные предприятия их не висаджує. А які дерева, власне, висаджують? Які в пріоритеті? Липа, кльон, береза, ело, ну, все хвойные растения, эти висаджуються. Да. Наскільки активно ведеться прибирання сухого листя, гілок по району? Это процесс, как и уборка мусора. Растянутый так в часе. Он не растянутый, он постоянный. Угу. Потому что вот на сегодняшний день вот мы начали вывоз листьев силами КП «Ремсервис», начали вывоз листьев и веток. То есть все 275 тонн, которые были зафиксированы, они были вывезены, измельчены и вывезены. Но на сегодняшний день уже порядка 150 тонн опять появилось. Это постоянно процесс обрезки. Да? Сейчас идет осень, зима. То есть они постоянно возникают на тех же местах и постоянно требуют вывоза, измельчения. То же самое листья ежедневного, ежегодного вывоза, там осень, зима. То же самое и ветки. То есть идет процесс. На следующий год выделены деньги, проведем тендеры и будем продолжать вывозить все листья. То есть единственное, у меня, конечно, просьба к жителям района не выносить их на центральные улицы, как они делают, да, с частных дворов выносят на центральные улицы, мы их постоянно засоряют контейнерные площадки, выбрасывают их в баки для мусора, поэтому, ну, в конце концов, складывайте аккуратно, будем вывозить, уже никуда не денемся. Ну. Ще щодо озеленення, чи плануються якісь, можливо, квіткові композиції, клумби нові у новому? Ну, ми бачили, що в этом году, опять же, комунальне предприятие «Зеленстрой» сварил этой конструкции зеленые, которые их размещал. Они перемещались по городу в разных районах. То же самое были в Александровском районе, на проспекте Соборном. У нас новое озеленение уже столбов в скверах и парках, подвесные горшки, откуда петунии и другие там растения. И поэтому я думаю, что в планах у компании много, вернее, много планов на следующий год. Ну, видим, давайте. Может, даже не все надо открывать. Останній ривок в Олександрівському районі завершують заплановані на цей рік роботи з відновлення тротуарів. У 2018-му відремонтували майже 5 тисяч квадратних метрів. Зараз роботи завершуються по вулиці Олександрівській. Там якісної пішохідної зони не було десятки років. Тепер ремонтники вклали тут 700 квадратних метрів тротуарної плитки. Також встановили лавки та урни. Ми там теж вложили майже 1000 квадратних метрів. Также выполняем реконструкцию улицы Школьная. То, что мы обещали мэру, по улице Школьной уже поставлено 15 опор и уже свет включен. Ну, продолжаем дальше реконструкцию. У нас пока на данный момент проблем нет. Мы стараемся изменить город к лучшему, для того, чтобы было красиво, удобно для жителей города. Отже, тривають акценти. Про дороги ми вже трохи торкалися, але все ж таки, які ділянки були найпроблемніші, які потребували нагального ремонту? Та тяжело сказати. Наверное, 80% тротуарів. В якому стані взагалі дороги в Олександрівському районі? Ну, частично в неудовлетворительному, ми все це бачимо. Ну, не потому, что не дорабатывает администрация или городская власть, мы все упирается, понятно, в финансирование. Вот на сегодняшний день, до конца зимы, аварийность мы опять все устраним. Но вообще все дороги уже требуют давно среднего ремонта или реконструкции. Вот как у нас была сделана набережная магистраль, проспект, в этом году улица Фортечная была сделана. То есть, вы видите, тогда дороги будут служить ближайшие там, 10 и 15 лет и дольше. Улица Лукашевича. То есть ремонт дорог требует постоянного действия, то есть ремонт, я не думаю, что мы в ближайшие даже 3-4 года его закончим, и тротуара в том числе, поэтому, ну, мы работаем над этим,
Тротуара уже отремонтировано больше 20 тысяч квадратных метров под плитку в районе. Это и проспект Соборный, это улица Александровская и Запорожская. То есть работаем, делаем, и вы видите, что изменения есть в районе однозначно. Это под плитку. Также асфальтируем тротуары, те, которые ну, на дорогах второстепенного значения, где можно не использовать плитку. Поэтому работы ведутся. Плитка, она больше вытрывала, ниже асфальт? Ну, я думаю, она больше долговечна. И, в конце концов, она все-таки, с учетом наших сетей, когда требуется иногда разрытие и ремонт сетей, плитку легче восстановить и исправить. Вот после ремонта РЭС, после порыва электросетей, по улице Запорожской, да, были разрытия, почти можно сказать, на новых тротуарах, и были восстановлена плитка на этом месте. То есть, чтобы от асфальта потребовало более трудоемкого и затратного процесса на восстановление. Ну, и это красивее. И не такая скользкая плитка. То есть, все-таки она дренажная и красивая, и удобнее. Якісь капітальні ремонти доріг плануються у наступному році? Якісь такі крупні, масштабні роботи? Ну, смотрите, райадміністрація ну, не планує капітальний ремонт, це департамент інфраструктури. Ну, ви ж, напевно, подаєте якісь заявки? Ну, ми подавали це вулицю Троїцькою, ну, поки точної інформації немає, буде ли фінансуватися середній ремонт чи ні. Ну, у нас в плані це вулиця Школьна, то, що ми відповідаємо. Плюс ми ще повинні закінчити об'єкт з виїздом на набережну, з озелененням, тобто повністю з освітлением, освітлення вже готове. Крім цього, планується озвучений і презентований Володимиром Олександровичем Волобуєвим, це участок набережной строительства велосипедных дорожек, тротуаров и освещения, это от улицы Глисерной до улицы Запорожской. То есть такой первый этап, который уже вместе с общественниками, с Запорожьем велосипедным проработан, обговорен уже с безопасным переездом через пешеходные переходы с одной стороны на другую. То есть как пример будет участок полностью сделан для велосипедистов. И как раз дорожка замыкается, то же самое на улице Школьной, тоже проектом предусмотрено. И уже будет закольцована дорожка велосипедная по району Александровскому, как такой пилотный проект в будущем для дорожки по всему городу, которая соединит... Приклад для інших районів да, будет? Ну, не то, что это будет как пилотный, который соединит в будущем, наверное, уже и Коммунарский район с Хортицким. Як справи з реконструкцією Дубового гаю? Багато розмов у цьому році вже велося на цю тему. Як просуваються ці справи? Ну, проекту на виході, в першу чергу, проекту на виході. И я думаю, в следующем году какие-то уже первые ласточки, первые ремонтные работы начнутся. Поэтому... А какие ремонтные работы проводились вот протягом року в Дубовом гаю? Ну, был, то, что было сделано за счет коммунальных предприятий, это очистка озера закончена была, и был заменен коллектор, это за счет средств водоканала, потому что, то есть это этап, который должен предварять уже какому-то реконструкции, потому что через Дубовку проходит коллектор, не дай бог, что-то с ним случится. Поэтому КП «Водоканал» заменил участок коллектора. Ну, на сегодняшний день масштабных работ не проводилось. Проводились текущие работы, замена лавок, там ремонтировались пешеходные мостики через озеро. То есть вот в рамках поддержания в том состоянии, в котором есть, проводились работы. Чтобы не было смысла проводить каких-то капитальных работ, когда впереди реконструкция парка. То есть это были бы выброшены деньги. То есть работы на поддержание. Нещодавно у нас в ефірі була програма, присвячена стихійній торгівлі, і багато дорікань було, зокрема, в Олександрівському районі, власне, центральному ринку, що багато точок стихійної торгівлі. Чи районна адміністрація якось втручається в цей процес боротьби з такими незаконними торгівцями? Не то, що вмішуємося. У нас регулярно проводяться рейди, составляються протоколи совмісно з поліцією, з патрульною поліцією. Эти люди штрафуются. А почему эта проблема не подолана до сих пор тогда? Ну, не то, что мне тяжело сказать. Тут более активную позицию должна занять полиция, в том числе патрульная полиция. Мы уже на наших встречах с правоохранительными органами говорили о том, что иногда патрульная полиция, проезжая, видит неправильно припаркованную машину, но не видит правонарушения, когда сочетается
стихийная торговля. Это тоже правонарушение. И тоже входит в их обязанность его пресечь. Поэтому, ну, вы знаете, что всегда не хочется вступить в перепалку, да, с торгующими. Поэтому вот как-то вот так мы и боремся. Администрация выполняет полностью все свои функции, задания по борьбе со стихийкой. Но для этого, чтобы мы ее побороли, нужно наказание. Все-таки я считаю, что нужна конфискация товара через суд законным путем. И штрафы. Штрафы, в принципе, достаточно. От там, 340 до 1700 гривен. Но они не действенны, потому что люди, очень многие, которые торгуют без стихийки, они торгуют даже без документов, им заплатить этот штраф и продолжают дальше торговать. То есть мы их ловим, составляем. От поки ми в такій перманентній боротьбі зі стихійною торговлею. Нескінченна боротьба. Да, да. Є запитання на Фейсбуці від глядачів. Чи плануєте оновити паркову зону Майдану Волі? Як плануєте використати постамент демонтованого пам'ятника Дзержинському? Ну, у нас є проєкт окончання, по-моєму, 2013 року. Да, понятно, що він требує вже обновлення і корректировки. Це окончання вот этой зоны, где сквер пограничников, то есть он отремонтирован, а часть, которая с выходом на саму площадь Свободы, она не окончена. Но в связи с тем, что был снят памятник Дзержинскому, поэтому работы тогда не были начаты, не были выполнены. Ну, мы подаем каждый год в приоритет о том, что надо эту часть закончить. На сегодняшний день пока нет планов на следующий год финансирования, скажу честно, этих работ, поэтому я думаю, ну, вернемся к этому разговору уже к 2020 году. И еще одно запитание. Чи задоволені результатами діяльності керуючої компанії «Місто для людей»? Ну, слушайте, тут двоякое мнение. Но я скажу одно, что на сегодняшний день работать стало чуть легче и проще. Да, не всегда они справляются, не всегда удовлетворяют жителей, в том числе и районную администрацию со всеми поставленным вопросами, да, по ремонтам. Ну, на них висит текущий ремонт и содержание жилья. Мы должны это понимать. Иногда жители хотят, чтобы им отремонтировали там крышу в полном объеме, заменили там сети. То есть в этом есть не совсем полная коммуникация. Может, и наша вина есть в том, что мы неправильно доносим или неправильно понимают, что они ведут текущий ремонт в рамках оплаты жителями. А очень много есть задолженности по домам, да, когда на доме минус там несколько тысяч, а нужно ремонтировать, ну, компания все равно берет на себя эти расходы, ремонтирует свои оборотные, но это не может продолжаться вечно, то есть, понятно, это вот двухсторонняя палка. Людям нужно платить, чтобы получать качественную услугу. Они не хотят, не получая услугу, они не хотят полным объемом платить. Вот здесь должна работать управляющая компания с жителями, объяснять, рассказывать, собирать деньги и выполнять свои работы. Они пошли на этот конкурс и выиграли конкурс, понимая о том, что им придется не так легко. На самом деле сети и жилой фонд, ну, в удручающем состоянии был. На сегодняшний день планомерно город за счет капитальных ремонтов, за счет работы с управляющей компанией эта ситуация улучшается. Но на сегодняшний день ситуация улучшилась у нас в районе. До этого, ну, я скажу, было намного хуже. Поэтому, ну, это мое личное мнение. Жители могут не согласиться. Какие заходы плануются до новорічних свят? Ну, во-первых, завтра приглашаю всех на 11:00 в сквер Театральный. Уже новая елка украшена. У нас теперь в районе будет две елки украшены. Это одна в сквере Александровского напротив Интрейда, вторая в сквере Театральном. Завтра будет праздничное мероприятие, представление, призы, подарки, придут дети. На нижней части площадки сквера Александровского. И также 22 числа, ну, я считаю, такое знаковое событие, к нам в город приедет фура Кока-Колы, которую мы видели всегда уже много лет по телевизору. Вот она будет у нас в городе и будет по адресу Александровская, 75. Это возле торгово-развлекательного комплекса «Белуга». И Александр Белуга один из спонсоров этого мероприятия. Туда мы привозит порядка 400 детей, малообеспеченных, из детских домов, где будет, для них будет концертная программа, и все получат призы. Ну а жители района приглашаю к 12 часам тоже поучаствовать в этом мероприятии. Там будут и Санта-Клаусы, и полярные медведи, и сказочные эльфы. То есть будет хорошая программа.
Дякую вам, пане Валерію, за цікаву змістовну розмову. Успіхів вам у новому році. До ну, і всіх вас з Новим годом, в тому числі і колектив телеканалу «Зет» і всіх жителів району і міста Запоріжжя. Дякую вам. До побачення. До побачення. Це були «Акценти». Дякую, що були з нами. Затишного вам вечора і до зустрічі завтра на цьому ж каналі у звичний час. Хай щастить!